Да, не удивляйтесь. Мы проходим, точнее, я прохожу амнезию с комментарием. Кстати, простите, что у меня такой говняный микрофон. Обещаю. Хотя, что я обещаю? Я с другого компьютера сижу. Кстати, что насчет, в принципе, что я задумала с этой игрой? В общем, я прохожу оригинальные с комментариями, то есть это вот это вот Джустин, первая часть Амнезии и вторая часть. Вот я ее прохожу с комментариями. Я постараюсь каждый день снимать, вот. А Макс Пейна, который я до сих пор не допроходила на своем канале, я пройду на Новый год, 31 декабря. Там посмотрим, или ближе к Новому году. Постараюсь допройти уже. А так, начнем с самой маленькой истории, где невозможно сохраняться. Он пришел за мной. Вставай, пьяная. Ну, давай, приходи в себя. Господи. Давай быстрее. Хоть и тут это. Так, ну что, начнем. Читайте сами мнение. Да-да. Типа, я говорю, добро пожаловать. Типа, нет ее смысла искать. Какие-то исследования человеческой души. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, we can all be safe. There is always a way. Всегда есть способ. Ну, в общем, спасать людей мы здесь будем. Пройду я ее сейчас за одно видео. Прожусти, что она короткая. Вот этот ушлепок меня убить хочет. Вот Жустин, чем ты издевалась над людьми? Скажи мне, чтоб ты потом вот так вот страдала вот. Медленная. Так, надо быть осторожной. Потому что, по-моему, если я зайду вот в ту камеру, придет вот это вот за мной. Понятно, тут ничего нету. О! Настойка опия. Короче, какая-то дичь. Но тебя надо спасти, я это знаю, мне интересно. Тебе пригодится, Библия. Прости меня, Библия. Записочка. Жустин, любимая, знаю, что я не так талантлив, как Мало, и не так силен, как Базиль. А, Мало, это имя, наверное, господи. Но я уверен, что любовь моя сильнее. Разве мои шрамы не говорят тебе об этом? Я буду резать себя до тех пор, пока тебе это будет приятно. Я даже мог бы убить Базилия, если бы ты только захотела. Знаю, ты говорила, что любишь его, но он причиняет тебе боль. Я отравлю его снотворным. Бедняжка Жустина, я помогу тебе, только скажи, Полис. Ага. Сейчас он, вот сейчас за тобой этот Алоис и придет. Да я потом тебе помогу. Вот только как это...
Блин, вот реально, я не знаю, типа... Ну, в общем, я заранее построю тут эту лестницу. Ё-моё. Тихонечко, тихонечко, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Мы спасем людей. Это пипец, я сказала, мы спасем людей. Спасем. Спасем. Так, отлично. Я еще думаю проходить ту кастомную историю, которую я проходила без комментариев. То есть это The Great Work, великая работа. Правда, она полностью на английском, мне придется, наверное, переводить. И то мой перевод это будет как на отвалите. Ну, скорее всего, это так и будет. Потому что я вообще английский. Не очень знаю, мягко говоря, поэтому это будет Google Translate. Отлично. Ну что, готовы умереть? Я лично, нет? Записка! Так. Ну, эй, стой! Здравствуйте, инспектор Мару из Управления национальной безопасности. Вам известно, что начальник полиции Кале отклонил мое требование арестовать Жустин Флорбелли за похищение моего сына. С самого начала этой истории мой сын Алоис отказался от обязанностей перед своей семьей и забросил карьеру, поскольку закон, похоже, не в состоянии найти состав преступления в действиях мадмуазель Жустины. Я прошу вас на этой неделе встретиться с доктором Виктором Фурнье, господи. Это я фамилии и имена. Это авторитетный психиатр, эксперт в области человеческой психики, и он уверен, что смог бы найти законный способ взять ее под стражу, если он сможет диагностировать у нее истерию. Это даст вам достаточные основания для помещения ее в сумасшедший дом. Я уверен, что вы и ваше агентство не откажете нам в помощи. С уважением, Люсьен Росин. Эх ты, нет, я боюсь. А, блин, пришло тут. Тебя убивать ради лестницы. Фух, все. До свидания. Хотя я помню, когда я играла, ну, сейчас не на камере, я по-другому не скрывалась. Только до меня сейчас дошла мысль, что можно было сделать так. Иди нафиг. Его здесь нет. Его здесь нет. Он не может перелезать через... Что за бред? Быстрее, уходи отсюда, я не знаю, что это. Почему музыка такая заиграла? Конечно, FPS меня радует в этой игре. Давай. Поздравления, вы очень далеко продвинулись. Надеюсь, вы спасли господина Фурнье. Он ведь был коллегой моего папы. And a colleague of my papa, you know. Friendly fellow. Дружелюбный парень, славный малый, но слабый рассудком. Он храбрится, но все это напускное. Уверяю вас, прошу вас, идите вперед. Все только начинается. Вот просишь меня идти, а я знаю, что там задница будет. Чем дальше я иду, тем все хуже и хуже. Жустина спустилась в подвал.
следующей комнате вам нужно поискать некое божественное вдохновение. Пора углубиться в свою... Что вы видите? Это человек молит о пощаде или получает благословение? А может быть и то, и другое. Как говорил отец, правильных ответов не существует. Пусть вас ведет свет. Понятно? Короче, обстановка такая себе. Записи у меня. Записки, считать записки, результаты. Тесты прошли успешно. Наиболее перспективным и в каком-то смысле наиболее многообещающим является диапроектор. Каждый день давать Джустине выбрать слайд в основном под влиянием настроения. Это прекрасный способ развить ее разум. Ага, мы знаем, как вы ее разум развили. Она определенно распознает в слайдах нечто такое, о чем я раньше не догадывался. Ее замечательное воображение превращает персонажа во что угодно. И она в состоянии без всяких усилий свести весь свой опыт к одному из четырех типов слайдов. Использование замка с секретом оказалось более трудным, так как она всегда склонна выбирать два слайда с персонажами, развернутыми в одну сторону. Я спросил, почему так, но она, кажется, не до конца поняла вопрос. Хрень какая-то. Так, секунду. Эх, отвлекают меня. Да ё-моё. Ну, раньше, блин, в переводе это означало трутницы, а не огниво. Какого чёрта? Верните вы моих трутниц. Мне очень нравилось, когда они в старом переводе назывались. Я ещё такая помню, когда раньше узнала, что это трутница, я такая, а почему трутница? От слова труп? Я не знаю, почему у меня такая ассоциация тогда была. Да блин, я все равно ими не пользуюсь. Зачем они мне нужны, эти ваши огнива? О, она использую. Жустина, 8 лет. Сегодня я играла на улице с Кларисой. Мы видели птицу, которая клевала улитку. Она унесла ее и села на ограду у лужайки. И улитка была... Чё, у улитки была раковина, она треснула. Клариса заплакала, я утешила её. Новая горничная услышала нас. Вышла и начала ругать Кларису за то, что она играет со мной. Птица улетела, сегодня была человеком с раскинутыми руками. Ага, Жустина, 9 лет. Сегодня я играла со слайдами из отцовского проекта. Проектора. Больше всего мне понравился мужчина, стоящий справа. Отец спросил, почему. Я сказала, он видит то, что ему нравится. Сегодня я была человеком справа. 10 лет. Отец сказал, что вчера я выбрала не тот слайд, когда довела горничную до слез. Он хотел, чтобы я выбрала того, что с мечом, а я выбрала человека справа. Я никогда не выберу того с мечом. Сегодня я была человеком на колени. В смысле, так ты выбрала человека справа, да? 11 лет. Сегодня отец пришел в мою комнату, я все еще не могла смотреть ему в глаза. Он сказал, что мне следует стыдиться, что я всего лишь пытаюсь заполнить пустоту, оставшуюся после мамы. Когда он отвлекся, я взяла звездный камень из его коллекции. Сегодня я была человеком с мечом. Что-то пошло не так, возможно. Я раньше думала, что... Я думала раньше, что это мальчик. Вот это вот мальчик. Мужик, блин. Это... А потом я узнала, что это женщина. Я такая, вау. Ну, женщина тоже нормальная. Так. А, нет, со второй. Давайте с первого. Да.
поэта. Человек, который стоит. Это человек, который хочет всех убить. Это человек, который. Это просто стоит. Гениально. Ого. Понятно. Меня хотят убить. Причем сильно хотят убить. Вау. Вот это картина. Да заткнись. Сейчас я тебя спасу. Ну вот эти. Я надеюсь, что я его убью. Ну пока. Учите эту штуку, Жустин. Это я тебя спасла вообще-то. Я и есть там, Жустин. Не надо, я тебя спасла. Правда, его можно понять. Я прикину, я его такая привязала. Так. И что-то нам на этот раз скажешь? Интересно, нашел ли отец Давида своего бога? Быть может, вы ему помогли? Не беспокойтесь, у него не было семьи, его вообще вряд ли кто-то любит. Я вообще удивляюсь, как его до сих пор никто не убил в текущей политической обстановке. Всех нас не спасти. Кое-кто даже не хочет спасаться. Да, это утешительная мысль. Поэтому мы даже не пытаемся. Противная была. Так себе я любила эту жизнь. Так, надо сделать бункер. Из этого вот. Ну что-то это у меня не очень получается. Чуть-чуть, вот так будет. Ой, все, до свидания. До свидания. Где он? Я надеюсь, меня не убьют, потому что я уже, немало прошла, и тут, прикиньте, я подыграю. Это мое расстройство. Да не надо меня убивать, пожалуйста. Войди в мое положение. Не надо меня убивать. Я нету сохранений. Где это было? Ой, я чуть не прыгнула. Да иди ты уже отсюда. Надо сюда спрятаться. Да, это гениально прятаться. Я ничего не сделала. Больше некуда. Поняли, как это работает? Вам нравятся мои шуточки? По-моему, они весьма остроумные. О, очень остроумно. Вообще не очень болтливая моя сильная сторона — поэзия. Ой, какая позитивная. Но я отвлеклась. Вам следует поспешить, скоро все будет кончено. Кроме того, полиция уже здесь. Может быть, она вам поможет. Где эта полиция? Скажите мне. Я даже не знаю, сколько я здесь пролежала. Почему я проснулась?
Вот хоть убейте, это моя самая нелюбимая место. Опять нам там была начинать с первой части, но я решила с дополнения начать. Господин Флорбель, меня зовут Даниэль. О, Даниэль, старый знакомый. Правда, тут как-то странно перевели, ну ладно. Я друг и коллега профессора Герберта. Насколько я, если я правильно читаю, потому что я хз, как это читается. Насколько я понимаю, вы один из самых доверенных его друзей, поэтому поделюсь с вами своей озабоченностью в надежде, что вы проясните эту проблему. В начале этого года мы с Гербертом принимали участие в экспедиции по пустыне Алжира в поисках легендарной гробницы Тинхинан. Мы случайно... Или Тинхинан, короче, насрать. Мы случайно наткнулись на пещерный храм, погребенный под толстым слоем песка. В его святая святых, я обнаружил камень. Шар, точнее, это сфера, но мы переведем как шар. Треснувший и развалившийся на несколько частей из-за истощения, меня отправили обратно в Британию, где я ожидал возвращения профессора. С тех пор я потерял все связи с Гербертом и глубоко переживаю за судьбу своего, ой, всего дела. Думаю, Герберт знал больше, чем рассказал мне, и что он отправил меня обратно, чтобы защитить от какой-то древней силы, которую мы могли бы потревожить. Я был бы очень благодарен вам, если бы вы могли поделиться со мной вашими соображениями в связи с данным делом. Вечном долгу перед вами, Даниэль. Фух. Слава богу, что первую часть перевели. Ну, то есть озвучили. Не перевели, а озвучили. Потому что это просто... Сегодня еще этот учебный день... Еще тут читать, блин, эти записки, эти все фразы. Хотя я вначале сказала, что вообще сами читаете, но... Она заперта. Ой, я не помню, куда бежать, люди. Я не помню, куда бежать. Чё, я реально не помню, куда бежать. А ведь час же будет. А вот сейчас будет. Он идет за нами, быстрее. Быстрее, он идет за нами. Оно идет. Давай, давай, давай. Нам еще надо этого человека спасти, о боже. Хотя лучше не кидать, лучше не кидать. Да блин, тихо, тихо, тихо. Ну ладно, тихо, тихо. Я же. Я уже не хочу подыхать, быстрее отдыхаем дуга. Что за музыка? Быстрее, иди отсюда. Удалось ли вам его спасти? Я о нем очень мало знаю. Но у него уже наверняка была семья, правда? Бедный, бедный сиротки. Но он сам себя наказал. Так как он не приходит за такими, как я. Аристократам нет нужды отличать правовое дело от неправового. Короче, что-то... Не успеваю.
ребенок сдох. Ой-ой-ой. Ну, хотя я его как-то один раз спасла. Это было очень трудно, это было очень жестко. Я думала, я сдохну. Герберт. Или Герберт. Я связался с консульством, и мне сообщили, что вышлют вам разрешение, необходимое для поездки в Алжир. Желаю вам удачи в поисках, и пусть ваши находки достаются вам не такой дорогой ценой, как мне мои. Я испытываю трудности в своих исследованиях. Моя дочь потеряла рассудок и отдалилась от меня. Я мало следил за ее поведением, но полагаю, что само знание о моих наблюдениях сделало ее такой. Мое научное безразличие к нашим тестам не оставило ее равнодушной. Ее разочаровало отсутствие моего внимания, она осуждает меня и, что более важно, себя за результаты тестов. Причина, по которой мне трудно было понять логику ее поведения, была связана с тем, что она пытается использовать разные методы, чтобы провоцировать меня, и ее поступки вызывают лишь все больше беспокойства. Вчера я потерял самообладание и отругал ее. Она была испугана и унижена. Меня очень огорчает то, что придется прекратить исследования, не доводя их до конца, но у меня больше нет для них оправданий. Я должен наладить ее отношения со своей дочерью. Короче, отношения какие-то плохие. Ну, они не плохие, но... Он на нее наорал. Ой. На что была похожа мать? Она была прекраснейшим существом. А, из существ, каких знал этот мир. Стоп, а на могилу тоже было? Можно нажать. Я что-то не понимаю. Нет, там тут просто... А, нет, стоп. Она считала, что все это не... Лишено смысла. Все мы любим симметрию, все утешается логическим детерминизмом. Она дает ощущение великого плана, и мы словно можем понять внутренний механизм этого совершенного мироздания. Видишь ли, его супруга умерла при проявлении на свет его сына. Вот почему он был способен прощать. Его семья просто сдалась симметрии. Я прочитала только что. Для меня это слишком глубокий смысл. Опять читать. Отлично, вы победили, вы покорили мой кабинет. Хотелось бы мне сказать вам, как так получилось, но это всего лишь запись, вам придется все выдумать самостоятельно. Это твой кабинет? Кто-нибудь выжил? Доктор? Священник? Полицейский? Полицейский сдох. Быть может, кому была дарована жизнь и почему? Вам следует поразмыслить над прошедшими событиями и понять, что они для вас значат, что вы узнали о своей, понятно? Отец вообще не знал меня, нет, он читал, что знает, но потом испугался, и все переменилось. Я до сих пор вижу, как он лежит на полу и смотрит так удивленно. Ты убила его в школе? А что это за... Какого чёрта? Покойся с миром, папа. Понятно, она его убила. Молодец. Он ведь хотел тебе помочь. Короче, какие-то жуткие надписи. Куда идти? Я просто иду, куда мне прицепиться. Ты что, плачешь, что ли? Как-то ей здесь нехорошо. Что за... Да, она плачет.
устала. Ну, если что, посчитайте сами. Это все неправда, отстань. Что лучше всего? So все так продумано? It's это слишком. Ты что-то сама продумала. Enough of this. Хватит уже, вставай, Кристина. А, пока. It's already locked. Она уже заперта, но нельзя быть полностью уверенной. А, ну это конец. I really should Слушай, keep this я door буду locked. Держать дверь запертой. Какая умная! Мадмуазель Жустин, вы здесь? Все хорошо? Конечно, Клариса, у меня все хорошо. Все ли готово к вечеру? Да, пусть будет готов с минуты на минуту. Пусть прибудет в течение часа. Надеюсь, что нет. А, вот я думаю-то. Да, дурочек, Клариса, я пропустила, что она там сказала. Ну все, поздравляю, мы не сдохли. Хотя, мне очень жаль, что я не спасла того полицейского. А я ведь так хотела его спасти. Спасти хотела, но не получилось. А жаль. Покойся с миром, полицейский.